Прежде чем поставить коронку на имплант, мы должны подготовить к этому десну. Это очень важно, потому что недостаточно глубокое или широкое место соприкосновения коронки с десной может стать причиной кровоточивости, воспаления или разрастания слизистой. Сначала аккуратно создается доступ к импланту и выкручивается винт-заглушка. После этого устанавливается формирователь десны нужного размера. Всего через 2-3 недели после такой процедуры можно приступать к изготовлению коронки. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, впереди много интересного!